Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня у меня обзорное видео моих готовых работ. Я расскажу вам свои вязальные планы и расскажу о новом совместнике по вязанию штанишек и полукомбинезона, а также о предзаказе на мастер-класс по конверту из пряжи Ализе Пуфи. Еще мы с вами рассмотрим, какие новые инструменты я приобрела. Давайте начнем с готовой работы. Это та работа, над которой я работала последнее время. У меня в группе ВКонтакте я объявила набор на совместное вязание. Вот по таким замечательным штанишкам. Только посмотрите, какие они чудесные. У них есть лампасы. Можно вязать как с лампасами, так и без лампас. Ластовица и есть росток. Для того, чтобы малышу было комфортно. Также в этот совместник входит мастер-класс по полукомбинезону. Вот, вот такая вот красота. Комбинезон. Полукомбинезон также имеет анатомическую посадку. Есть росток, есть ластовица. Вязать мы начинаем от лямок. Здесь мы ничего не пришиваем. Полностью бесшовное вязание. Я рассказываю, как сделать вот такой замечательный итальянский набор петель. Вот. Чудесный полукомбинезон. Я считаю, что это нужная вещь в гардеробе малыша. Спинка всегда прикрыта. И к полукомбинезону с штанами у меня в подарок, если вы примете участие, есть описание на вот такие вот замечательные пинетки с кружевом. Вы только посмотрите, какие они нежные. Можно вязать как с рюшами, так и без рюш. Так, стоимость данного совместника 200 рублей. Присоединиться вы можете, написав мне в личные сообщения ВКонтакте, или я оставлю электронную почту. Также можно написать мне на WhatsApp. Смотрите, вот такие чудесные штанишки. К ним у меня связался вот такой потрясающий кардиган. Вот такая вот красота. И еще в комплект к ним у меня есть мастер-класс на вот такой чудесный чепчик-жгут. На детках смотрится очень интересно. Имеет анатомическую посадку. Можно вязать как с ушками мишки, так с ушками кошечки. Можно вообще вязать без ушек. Девочки, которые покупали у меня мастер-класс, они вязали так, как им нравится. У кого-то кошечка, у кого-то мишка, у кого-то просто чепчик. А еще можно сделать ушки зайчика. Есть мастер-класс на канале, бесплатный по такому чепчику. Просто к этому чепчику добавляете ушки зайки. И будет у вас такой милый зайка. Вот этот комплект штанишки. Я вам сейчас вставлю фотографию в раскладке. Чепчик и кардиган. И дополнены еще пинеточками. У меня в наличии на размер 56-62 сантиметра. Но за счет того, что у нас есть отвороты на кофте, на кардигане и на штанишках, костюм можно носить значительно дольше. Если вы захотите его приобрести, пишите, пожалуйста, мне в личное сообщение или на электронную почту. Я вам с большим удовольствием его отправлю. Поэтому, если у вас есть желание, обязательно присоединяйтесь к нашему веселому коллективу, к вязальной компании. Буду всем очень рада. Так, из готовых работ у меня есть еще комбинезон, но я его не взяла. Покажу вам в следующий раз. Так, смотрите.
Еще у меня есть один вязальный проект, по которому выйдет мастер-класс, скорее всего, в июнь или в июле. Будет комбинезон с вот такой замечательной красотой. Вы только посмотрите, какая это нежность. Невероятная нежность. Это будет комбинезон для девочки. Дополнен будет пледом, скорее всего. По нему тоже выйдет мастер-класс. Это у меня пряжа Alize Lana Gold Classic. Вот такая вот красота получается. Не буду рассказывать пока все тонкости, потому что это мастер-класс будет платный. Вот. Но более подробно я вам покажу еще в следующих видео, в которых буду вам показывать, как у меня растет процесс и что у меня получается. Так. Покажу вам пряжу поближе. Это пряжа Alize Lana Gold Classic. 240 метров в 100 граммах. Цвет 161 пудровый. Такая пряжа хорошая. Я знаю, что многие из нее вяжут. Единственное, что мне показалось, что она немного тоньше, чем пряжа, которую я покупала ранее. Вот эту пряжу я покупала, наверное, год назад. На вот этот полукомбинезон. И она действительно как будто немножечко попухлее, поплотнее. Вот это вот, я ее вязала на спицах 4,5. Вот эту пряжу я попробовала вязать на спицах 4,5, но мне показалось, что полотно получается очень рыхлым. Мне не понравилось. Я не знаю, может быть, это зависит от расцветки или от каких-то еще других факторов, но... Как по мне, пряжа тоньше. Поэтому я всегда рекомендую из любой пряжи не полениться связать образец, даже если вы ранее из нее вязали. Потому что, может быть, партия другая, и пряжа будет уже немножечко тоньше, и вы просто не попадете в плотность. Получится вещь меньшего размера, что, конечно, не всегда хорошо. Так, что еще вам рассказать? А, еще я вам хотела показать, что я вяжу не только спицами, но и крючком. У меня есть такое, знаете, увлечение для души. Я вяжу редко, но если меня захватывает, то захватывает надолго. Посмотрите, какая замечательная салфетка получилась. Давайте я вам покажу ее поближе. Вот, посмотрите. Вязала ее по схеме из журнала Валя Валентина. Такая вот потрясающая салфетка получилась. Сейчас я вам скажу ее размер. Так, буду брать вот от кончика до кончика. Так, 43,5. Где-то вот, да, 44 сантиметра получилось. Я ее заблокировала обязательно и немного накрахмалила, чтобы салфеточка держала форму и чтобы грязь к ней меньше прилипала. Вот такая вот красота получилась. Вот, посмотрите, чудесная салфетка. Если вам понравилась такая салфетка, пишите мне также в личное сообщение. С удовольствием свяжу для вас на заказ. Вязала я ее с пряжи Anna 16, крючком 1,25. Мне понравилась, какая она получилась. Получился красивый узор. Так, еще к своему увлечению. Я заказала пряжу. Не буду пока распаковывать, чтобы пряжа не пылилась. Это семеновская кабле. Из нее я планирую вязать снежинки к Новому году. Вот такая вот красота. И здесь, сейчас я вам скажу. Первый раз ее заказала, еще, честно говоря, из нее не вязала. Вот 430 метров в 100 граммах. Такая интересная пряжа. Попробую, потом расскажу.
Но слышала за нее только хорошие отзывы. Так. Ну, я на этом не остановилась, естественно. Мне показалось мало. И я решила заказать еще для снежинок. Я, конечно, понимаю то, что пока не сезон, но на пряжу хорошие скидки. Я заказала еще пряжу как Коко от Вита Катон. Здесь у нас в 50 граммах 240 метров. Тоже замечательная пряжа. Я, когда увидела ее в интернете, решила попробовать. Купила один моточек, и мне она очень-очень понравилась. Пряжа замечательная, и качество тоже очень хорошее. Поэтому буду вязать очень много красоты. Буду вам показывать свои процессы по снежинкам. Также будут, я думаю, наборы доступны уже к концу лета по снежинкам. Можно будет приобрести. Так, еще забыла сказать. Если вот вы хотите самостоятельно связать вот такую вот салфетку, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, и я вам дам схему. Схему я размещу в своей группе ВКонтакте. У меня есть и контакт, и телеграм, там, где вам удобнее. Вот. Скорее всего, ВКонтакте у меня больше там детских вещей. Я вижу, собираю совместники, провожу. Я размещу тогда, если схема нужна, в своем канале Telegram. Поэтому подписывайтесь, буду всем очень рада. Так, еще я на этом не остановилась, естественно. У меня большое пополнение по спицам. Я очень люблю покупать различные спицы. И если меня что-то захватывает, меня захватывает, буквально накрывает с головой. На Валбрисе я увидела вот такие вот китайские спицы. У меня были такие спицы от Ади, точнее от фирмы Катя. Но я тогда заказывала себе одни спицы, а Валбрис перепутал и прислал мне другие. Я не стала от них отказываться, но ими я не пользовалась, потому что они были леска длиной 100 сантиметров. Мне это было совершенно неудобно. И тут я смотрю, что по приятной цене на Валбрисе продаются вот такие ребристые спицы. Вот, посмотрите. Довольно-таки интересные. Я их заказывала только для того, чтобы вязать лицевую гладь. Так как при поворотном вязании у меня видна рядность в лицевой глади. Что я вам скажу? Спицы я, конечно, попробовала. Спицы ничем не отличаются от дорогих спиц Ади. Мне очень понравились. Мне даже понравилась больше леска, чем у спиц Ади. В общем, если вы думаете, я вам рекомендую. Закажите, не пожалеете. По крайней мере, я не пожалела. Я заказала себе номер 4 мм и 4,5 мм на леске 60 сантиметров. Так что спицы неплохие, стоят своих денег. Еще также на Валбрисе я увидела вот такие вот спицы этой же фирмы. Но это обычные, это не ребристые спицы, обычные спицы на леске 80 сантиметров, 2 миллиметра. Я их взяла для того, чтобы связать носочки. К осени я планирую выпустить мастер-класс по носочкам с узором красиво. И для этого мне как раз-таки пригодятся эти спицы. Я не люблю вязать на чулочных спицах. Я вяжу способы Magic Loop. Вот. Спицы действительно очень хорошие, гладкие. Соединение с леской замечательное. Посмотрите. Вот. Не то, чтобы я не вяжу на чулочных спицах. Да, я вяжу на чулочных спицах. И иногда без чулочных спиц не обойтись. Но если выбирать, тогда лучше выбирать спицы длиной 15 сантиметров. Потому что спицы длиной 20 сантиметров для меня слишком большие. Еще у меня вот появились вот такие вот спицы Concept by Katia. Это очень классные спицы. Вы знаете, у меня были спицы Ади.
И, честно скажу, я их продала, потому что мне не нравилась ни леска, которая закручивается, мне не нравилось покрытие. Покрытие, во-первых, у меня стиралось на спицехаде, а они сейчас очень довольно-таки дорогие. Вот. И еще летом, когда я вяжу, и не только, у меня потеют руки. И спица начинает тормозить, что крайне неудобно. Вот эти спицы, они потрясающие. Чего стоит только их леска. Вы посмотрите. Обалденная. Вот. Я ими уже попробовала вязать. И вяжу я на них свой новый проект по комбинезону с сердцами. Вот. Мне очень нравится. Леска не скручивается. Она вот как была прямая, так она и осталась. И спицы скользят идеально. Так что хорошие спицы, действительно. Их также заказывала по акции на Валберисе. Валберис, видимо, уже знает мои увлечения и периодически присылает мне рассылку на интересующие меня товары. Вот. Так что спицы действительно хорошие. Я долго сомневалась, потому что их делает, насколько я поняла, по этикетки их также делает Адди. Вот смотрите, Германия, да? Адди для фирмы Катя. И я думала, что они будут один в один со спицами Адди. Но нет, действительно спицы классные. Это не реклама, девочки, это я вам от всей души рекомендую. Так, и заказала еще себе вот такие вот кубики от KnitPro для штанов и полукомбинезона, чтобы вывязывать тело штанов и полукомбинезона. Единственное, знаете, мне они не понравились. Спицы неплохие, спицы хорошие, скольжение хорошее, но мне в них крайне не понравилась очень грубая леска, которая имеет вот такой ужасный эффект памяти. Вот вы только посмотрите, но ну, это кошмар какой-то. Вот. Ну что это? Во время вязания, особенно когда вот ты только начинаешь, она довольно-таки грубая. Но сами спицы хорошие, скольжение хорошее, все замечательно. Поэтому можно сказать, что 50 на 50, я ими довольна. Вот. Так, потом уберу. Это вот такие же, просто эти почему-то пришли в коробочке, а эти пришли вот в таком вот блистере. Так. Ну и на этом, наверное, у меня все. Это было такое короткое включение после очень долгого моего отсутствия на YouTube. Вот, теперь постараюсь появляться регулярно, рассказывать вам о своих вязальных процессах, о своих новинках. Еще раз хочу всех пригласить на совместник по вязанию штанишек и полукомбинезона. В этом видео, мастер-классе, будет рассказано, как самостоятельно связать из любой пряжи. Также и будут даны расчеты на размеры от 50-56 до 86-92 сантиметра. Мастер-класс будет оформлен в PDF-файле, и я после оплаты вас добавлю в чат-болталку, где вы можете на протяжении определенного времени задавать мне вопросы, и я вам буду на них отвечать. Но также и по окончанию совместника я чаты не удаляю. Вы можете общаться с единомышленниками, обсуждать. Также на этот совместник действует у меня розыгрыш. Если вы покупаете вход в совместник, нужно сделать репост этой записи, и вы будете участвовать в розыгрыше. Бесплатный вход на мой любой совместник. У меня будет два победителя. Я вам пришлю победителю уведомление, и вы сможете присоединиться, написав мне в личное сообщение, если вы, конечно, победите, бесплатно к моему любому совместнику. Совместников ожидается очень много. Также будут бесплатные мастер-классы для YouTube. Вот, поэтому буду всем очень рада. Присоединяйтесь, подписывайтесь.
Это помогает продвижению канала. И если вам понравилось видео, обязательно поставьте пальчик вверх. Все. Всем хорошего настроения, ровных петелек и до новых встреч!